ходе оперативной работы правоохранители получили информацию о том, что житель города Металлургов в ближайшее время на одном из почтовых подразделений получит посылку с крупной партией синтетического наркотика. Во время ее досмотра полицейские изъяли конверт, в котором обнаружили 6 видов запрещенных веществ. В настоящее время в отношении получателя посылки возбуждено уголовное дело, принято решение о заключении его под стражу.